Всем привет-привет! Спасибо большое, что зашли на мой канал AliExpress Live. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, большая распаковка посылочек, заказанных на китайском сайте AliExpress. Все ссылочки на товары, которые будут у меня в видео, я вам оставлю, так что заходите, смотрите в инфобоксе. Так. Я их буду открывать по одной. Итак, я уже все посылочки свои открыла за кадром. Сейчас буду с вами по одной смотреть, что мне пришло. Итак, первые это мне пришли набор вот таких ромашечков. 10 штук. Сейчас с вами проверим, 10 или нет. Да, есть все 10. Очень люблю ромашки. Всегда их использую для дизайна, для выкраски цветов. Вот такие ромашечки. Дальше. Следующая эта посылочка. Решила заказать себе вот такие накладные ноготки. Вот такой наборчик идет. Вместе с набором есть и клей. Попробую, как будут держаться. Чисто ради эксперимента заказала их. Посмотреть, как такие накладные ноготки проносятся. Вот такой дизайн. Сейчас промеряю, померяю. Вот так будет выглядеть на ноготочке. Ну, посмотрим. Поэкспериментирую вместе с вами. Видео сниму. Дальше следующая посылочка. Я заказала себе форму для наращивания ногтей. Вот такие формы. Упаковка повредилась при доставке. Ну ничего, главное, что формы мне пришли, тем более цена на них небольшая. Что-то около 2 с чем-то доллара. Ссылочки я вам оставлю. Буду с вами пробовать наращивать с ними ноготочки. Тут их в наборе 100 штучек. Попробую нарастить ноготочки при помощи гелей. Также заказано на сайте AliExpress. Так что, кто еще не подписался, подписывайтесь. Будем вместе с вами экспериментировать. Вот такие формочки. Ничего на форме не указано, только на каждом из ноготочков есть цифра, номер. Такие обычные формочки. Ссылочки я вам оставлю. Только ждать, что коробка немножко повредилась. Спор я не открывала, так как цена на них небольшая. Главное, что все быстро дошло. Что-то около 12 дней, и они у меня. Доставка вообще быстрая. Дальше следующее. Тут я заказала себе один гель-лак. Вот такой QHC. 12 номер. Это серебро. Емкость 6 мл. Немного мало. Но для себя как раз. Сейчас как раз и возьмем вот эту ромашечку. И будем делать выкраску. Пускай так все мешает. Так. Вот такой он по консистенции. Баночка полная, как видите. Тянется в меру. Я бы сказала, не жидкий. Средней консистенции. Вот такое серебро.
Думаю, что на ноготочке надо будет его перекрыть два слоя. Так, немного пониже опустю камень. Такой 12-й цвет. Дальше. Заказала себе набор пилочек. Вот такой набор. Все отлично, продавец мне упаковал. Так, разные формы пилочки. 100 на 180 грит. Цена на них небольшая. Ссылочки я вам оставлю. 5 штучек в наборе. Хорошие пилочки. Раньше я их уже заказывала. Дальше. Так. Это еще один гель-лак и 3D-гель. Будем с вами что-то лепить. Попробуем. Так, давайте посмотрим цвет. Номер 16 ванля. Емкость 7 литров. Но хочу сказать, что это 6, что это 7. Баночки одинаковые. Такой красный. Классный, то есть классный синий с шиммером цвет. Давайте накрасим. На ромашке посмотрим, как он будет себя вести. Вообще классный цвет. Вот такой красивый. Даже этот синий с серебром отлично будет ноготках сочетаться. Баночка полная. И вот этот 3D гель сейчас с вами откроем. Все отлично, продавец упаковал. Это цвет под номером GD001. Это белый цвет. Сейчас я за кадром открою. Я уже открыла вот такой 3D гель, белый цвет, 001, ссылочки вам оставлю, потом вместе с вами будем заниматься лепкой, попробуем. Давайте дальше. Так, еще один мне пришел гель-лак, вот такой фирмы IM Gel, цвет под номером 404. Такой красивый с шиммером цвет, очень красивый. На подложку, если захотите, можно красиво обыкрать вот этим цветом. Если по любой цвет нанести вот такой сверху. 404 будет вообще суперски. Сейчас я вам покажу на примере. Так, тут такая подложка, и нанесла я вот этот цвет. Ночью вообще будет суперски играться. Или на солнышке. Блесточки. Но если только этим гель-лаком
красить ноготок. Я думаю, что надо три слоя будет, чтобы красивый. А так на подложку одного хватит. Красиво. Дальше. И на закуску. Такие мне пришли гель-лаки, очень много их пришло ко мне. Сейчас мы с вами будем делать выкраску. Вот они пришли. Вот такие. Какие-то новые гель-лаки на Алиэкспресс. У меня был купон от продавца. Вообще мне недорого не получились, так как использовала купон. Так. Отлично, продавец мне упаковал. Вот такую пупырку, пакетик с пупыркой. Сейчас мы сделаем выкраску. Итак, 10 цветов. На этой же ромашке. 14 цвет. Ух ты, красивый такой малиновый. Красивый цвет. Гель-лаки плотные. Я думаю, что в один даже слой они могут перекрыть ноготочек. Так, 10 миллилитров. Пластмассовые консистенция у них вот такая жидкая. Баночки полные. Цвет 14. Дальше 0,05. Темно-синий цвет. Я бы их сравнила с Джоди Куко. Джоди Куко также такие плотные цвета. У меня лампа мощная, 48 ватт. Просушит отлично. Отзывы на эти гель-лаки хорошие, очень красивый. Синий цвет, плотные цвета, 0,05. Продавца часто имеются в наличии купоны. Какой-то без. Ну, о, красивый такой красный цвет. Алый. Очень красивый цвет. Красота. Дальше цвет под номером 21. Такой сиреневый, красивый. Очень красивый цвет. Люблю такие оттеночки. 21. Черный, обычный черный цвет. Вот такой. Дальше. 007. Красный. Вот такой.
Немножко темнее, нежели этот красный. Красивый. Ну, не семь. Гель-лаки плотные. Нравится мне их текстура. 16-е. Коралловый цвет. Дальше. Восемнадцать. Ух ты. Красивый голубой цвет. Просто люблю такие оттеночки. Красиво сам выравнивается гель-лак. Дальше. 0,18. 0,01. Белый. Так, и 0,08. Красивый снег. Подари немного. Такой. Синий красивый цвет. Ноль ноль восемь. Вот такие у меня сегодня были гель-лаки на выкраске. Красивые цвета, очень мне понравился. Этот сиреневый цвет под номером 21. Также мне понравился вот этот синий, этот Savilent 16-00. Ну, такой также красивый цвет, тем более если перекрыть какой-то другой гель-лак сверху, вообще будет отлично смотреться. 404. Всем мне гель-лаки понравились. Эти ABCC NDC очень мне понравились, так как они идут плотные цвета. Они мне напоминают гель-лаки GD Coco. Выкраску на GD Coco я уже делала. Можете посмотреть. Вот такие цвета. Красный. Также мне вот этот такой понравился. Вообще люблю гель-лаки. Как говорю, их много не бывает. Всегда хочется что-то нового. Посмотрим, как поведут они себя в носке. Все ссылочки на товары у нас будут под видео. Всем спасибо, кто досмотрел мои видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Обязательно будем с вами тестить все это. Будем пробовать наращивать ноготки на формах, которые я заказала. Также посмотрим, как эти гель-лаки поведут себя в носке.
Попробуем с вами сделать лепку вот этим 3D гелем. Одним словом, впереди вас ждут интересные видео и тестирование товара, заказа на китайском сайте AliExpress. Еще раз всем спасибо, кто досмотрел мои видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.